начинаю сборку шкафа, которого я раньше не видел в сборке. Инструкции никакой нет. Есть небольшие подсказочки, как какой элемент куда идет. Кое-где, ну даже я бы сказал, на большинстве есть отметки. Это 1, 2 и 3. Вот. Я их разложил так, чтобы один элемент был здесь весь в сборе. И из этого я уже буду думать, что куда идет, что куда крепится. По следам, которые здесь, например, остаются. Это гвоздики, значит, она куда-то забивается в какую-то сторону. Вот я буду искать, вот они, дырки гвоздиков. Потом постараюсь соединить эти дырки с этими, чтобы совпадали примерно. Значит, будет понятно, что это было именно на том месте, где совпали дырки. Здесь тоже есть разные дырки. Я потом буду с боков у всех этих элементов, там, которые будут, я буду искать какие-то тоже дырки из-под креплений. Есть пакет со всеми мелочевкой, скорее всего. Но если здесь полочки, например, идут, то здесь должны быть какие-то крепления для полочек. В общем, буду разбираться, все раскладывать и собирать. Здесь еще пачка стоит. Вот здесь стоит. И вот здесь стоит. Вот из всего этого должен получиться шкаф. Как долго он будет собираться, я не знаю. Полагаю, что не очень быстро, потому что нет инструкции. Есть часть, вот они полочки, как я понимаю. Узенькая часть, вот она, с этими полочками. Это уже понятно, что эти от нее. Цифра 1 это все 1, 2, 2 без подписи, это скорее всего третья часть. Ну и все, останется разобраться в мелочевочке и начать сборку. Вот я отсортировал пока все лишнее, отложил, туда поставил перемычки, полочки. А сюда поставил боковые вот эти стороны. У первого шкафчика поставил не закрытыми сторонами. Кверху оба. И креплениями всякими вовнутрь. И стрелочки наверх указывают положение, то что там голова наверху. Здесь вот ноги. Теперь буду ставить перемычки и зашивать сразу фонарькой. В каждой вот этой полочке есть дырки. Одна больше, а другая меньше. Вот которая больше, в ту одевается вот такой штапичек. Вот так. А которая поменьше, в ту вкручивается вот такой саморез, глухарь через вот эту дырочку. Проходит и закручивается туда. И получается вот такая система. Вот он держится, закрутился. И штапичек тоже держит эти две плоскости. Этот саморезик закручивается шестигранным ключиком. Вот таким ключиком закручивается саморезик. Вот здесь вот есть две дырки, следующие идут. Я так понимаю, что это скорее всего вот такие штучки. Для того, чтобы на них, сейчас наведу, для того, чтобы на них положить полочку. Вот так я их вытянул на одной стороне. И на второй стороне я тоже втыкаю.
Следующие идут штучки. Такие вот. Это, скорее всего, даже наверняка для крепления жердочки здесь. Гардины. Для того, чтобы на ней потом вешать вешалочками одежду. Это у нас... Вот они, эти штучки. Сверяем по дыркам. Что ж, дырки совпадают. Это они. И наверняка крепятся они вот такими саморезиками под крестик. Можно вкрутить отверткой, можно саморезом. Теперь, когда возможные полочки прикреплены, полочки, перегородочки, теперь останется накрыть эту сторону листиками фанеры, молоточком на маленькие гвоздики. Вот на такие. Совсем маленькие. Потом поставить этот шкаф и уже смотреть, как крепятся дверцы у него. Ну и сразу поставить его, скорее всего, на место, чтобы он не мешал сборке другого шкафа. Шкафчик, в принципе, собран. Кроме дверей. Двери еще не повешены. Но, по крайней мере, коробка стоит. Что мы имеем здесь? Это сам корпус у каждого отдела. Полочка, которая кладется на подставочки железные. И полочка, которая врезается такими большими шурупами. Не знаю, как их назвать. Глухарями с боков. И задние две половинки из ДВП, они должны были соединяться вот в этом месте профилями соединительными. Я поздно вспомнил об этих профилях и сделал только в одном шкафу этот профиль. Но он чисто визуально только скрывает, потому что он сам по себе ничего не держит, этот профиль. Если надавить ДВПшки, эти выпадут из него. Поэтому так чисто декор. И то, что в этих шкафах его нету, ну, это только вид. Больше ничего. Никакой функциональной составляющей он не играет. Не выполняет ничего такого. Вот здесь профили высоты как раз вот до этой верхней полочки. Я так полагаю, что если сюда профиля поставить, вот эта полочка, что задвинута на сантиметр, вот сейчас, по крайней мере, потому что нет профиля. Если профиль будет, он, конечно, выдавит эту полочку сюда немножко вот так. Ну, ровно. Ну, либо эта стенка загнется. Вот сегодня я буду вешать двери. Замочки тут простые, обычные, стандартные. То есть на дверь с такой раковинкой. Одна часть крепления сюда монтируется. Сюда монтируется другая часть крепления носиком сюда в эту сторону. И потом эта дверь соединяется. Эта часть крепления входит в эту часть. И болтиком соединяется между собой. Вот так вешаются все двери. Ну и равняются, соответственно. То есть нижний сначала закручивается, верхний выравнивается дверь, чтобы она ровно закрывалась с этой, с другой дверью, половинкой. И потом уже все здесь закручивается как надо, равняется. Ну, посмотрим конечный результат. Вот одна половинка состоит из вот таких трех болтиков изначально, когда мы будем крепить, это вот эти болтики с тупыми такими, ну, саморезами это не назовешь, болтик, наверное,
шуруп. Который вкручивается вот в эти дырки. Наверху один, внизу второй. И становится носиком вперед. Вот этим. Чтобы сюда заехал другой болт. Так, сейчас буду сюда закручивать их. Ну вот, и потом в эту штучку будет заезжать вот такое дверное крепление. Стена. Вот так вот будет сюда под этот болтик заезжать будет. Болтик я немного освобожу еще, чтобы заехал. И здесь вот эта прорезь. В эту прорезь должен войти вот этот болтик. У него есть там пазик специальный. Вот он должен заехать сюда попасть. То есть этот болтик мне надо будет еще поднять для более легкого монтажа вот этой штучки. Ну, вот. Он заедет в то крепление, он должен заехать и вот так встать. Вот так встанет. Ну, конечно же, здесь будет болтик, когда я его освобожу. Вот. Вот. Все, он встал. Заехал. Вот так будут двери на этой штучке висеть. И регулироваться будет отступ двери. Будет регулироваться вот этим болтиком. То есть прижимаешь, дверь туда уходит. К стенке ближе. Выкручиваешь. Дверь будет сюда, внутрь шкафа отходить, как бы. Ну, от регулировки сначала вам нужно будет сделать обязательно на самой верхней, самой нижней. И потом средние под них. Вот эти две средние здесь будут. И в самом низу одна, и в самом верху одна. То есть нижняя. Верхняя регулируется, а потом уже под них подстраиваются вот эти промежуточные средние. Ну, первая дверь смонтирована. Для этого сначала я установил отдельно сюда вот эти крепления на корпус. Вот так вот поставил я их все. Ну, все установил полностью эти крепления. Вот этими носиками вперед. Разрезанные вот этой вот дырочкой. Чтобы сюда вошел болтик с выемкой. Вот после того, как я все их установил, я установил отдельно на дверь вот эти крепления. Вот они все установлены. На двери. И потом я из этих креплений, ну можно сразу, конечно, без болтиков, без этих крепить. Вот эти болтики я откручиваю от всех креплений от этих, чтобы они были без болтиков. Потом беру дверь, насаживаю крепление сюда. Дверные. Прикрепляю наверху, самую верхнюю. Вот здесь затягиваю болтиком этим сверху. Посерединке. Вот она прорезь такая, здесь выемка продолговатая. Я закручиваю верхний посерединке примерно. Ну, это до регулировки, просто чтобы дверь смонтировать, чтобы она стояла уже. Например, посерединке я монтирую этот саморез, прикручиваю, закручиваю до конца. Шуруп. Так правильно. И потом нижний тоже. Также стараюсь поставить примерно посерединке. Ну, и потом эти промежуточные уже естественно, что они уже
также становится посерединке. Все, дверь у нас выставлена ровно, щелочка, что здесь, что наверху, одинаковая примерно. Теперь можно ставить вторую дверь, а потом... Дверь первая смонтирована. И что я здесь сделал? Сначала, конечно же, поставил вот эти крепления. Можно поставить сразу же без этих болтиков, потому что они здесь не нужны изначально. Потом я поставил крепление на дверь. Вот эти все крепления, они дверные стоят. После того, как я поставил крепление на дверь, можно уже устанавливать дверь. То есть дверь втыкается сюда, в этот замочек. И этих болтиков еще нет. Мы просто воткнули, но без этих болтиков. Потом мы делаем как? Ставим наверху, чтобы было примерно посерединке вот здесь болтик. И первое, что нужно сделать, это... На самом верхнем креплении оставить вот этот крепление дверное примерно посередине этого болтика. Это крепление оставим посередине болтика. Здесь вот выемка такая продолговатая, чтобы болтик был посередине. Закручиваем его и выставляем самое нижнее крепление точно так же, чтобы болтик вот этот, чтобы он был чтобы вот этот вот болтик был примерно посередине вот этой продолговатой выемки. И все остальные два крепления они автоматом становятся так же. Вот шкаф получился уже в сборе. Вот так он выглядит. Вот с таким вот выделением, с эркером, с таким своеобразным шкаф. То есть тут стандартные отсеки во всех трех делениях этих. То есть это платинный шкаф получился. Единственное, что в этом шкафу я планирую держать посуду. Поэтому я потом в будущем добавлю еще сюда полочек, чтобы из платинного сделать просто полочки с дверями. Ну, для посуды, для всяких банок, склянок. Вот. Все по стандарту было сделано. Повешены двери, отрегулировано, чтобы щелочка была одинаковая примерно и вверху, и внизу. В будущем я планирую эти шкафы немного друг с другом свести, выровнять, и вверху потом в будущем я сделаю какое-то крепление, чтобы они не разъезжались вот так, чтобы они были на одной линии все четко. Ну, а пока так, пока есть вот такой стандартный вариантик. Единственное нестандартное решение здесь вот у этого шкафа, это вот эта дверка угловая. Без ручки бывшие хозяева этого шкафа, они ручку даже не ставили. То есть заготовочки есть под ручку с одной стороны, с другой стороны даже они ни разу не ставили, нет дырочек. Я пока ставить тоже не буду. Возможно, я так полагаю, что они ручку не ставили, потому что она была тоже проходная такая эта секция. И чтобы эту ручку не задевать, не вырывать, наверное, не стали ее ставить. Ну, тут тоже так же, такой же стандартный вариантик. Все то же самое, только единственное, что наверху вот потолок вот такой побольше, выделенный. И здесь добавлены полочки. Просто место под полочки добавлено. Вот так получилось. Мне пришлось у этой секции, потому что у него дно было уже косячное, вот там уже вырвано много креплений было.
То есть я добавил снизу, внизу там уголочки металлические, которые держат эту площадочку нижнюю. Также скрепил уголочками, по-моему, эту стену с этой стеной. Да, тут три уголка, один внизу, один, ну вот он, посерединке, один вверху уголочек. Здесь эту полочку я тоже решил посадить на уголочки, укрепить, потому что, ну, есть стандартные крепления, но они именно у этой секции они расшатаны, все разболтаны, и существовала вероятность, что это может как-то выпасть. В общем, сейчас все более-менее надежно. Этот шкафчик я тоже также все полностью, все три секции эти я использую под посуду. На эти полочки, как я полагаю, пойдет какая-нибудь мелочевочка такая по тематикам. Ну и здесь я тоже сделаю полки. Вот даже видно, что стандартные эти секции. Тут просто как бы добавлена своеобразная такая, ну, секция под полочки. Вот. Такой получился шкафчик. Как собрать шкаф с нуля, не имея никакой инструкции, только материалы. И это возможно. Собирал я его весь в одного, передвигал, поднимал, крутил, двери ставил, все в одиночку. Поэтому это реально, по крайней мере мужчине, это реально в одного собрать старый шкафчик, не имея инструкций.